Здравствуйте. Я психолог-консультант Татьяна Бондаренко, и мы проводим с вами тренинг «Улыбка телом». Эта пирамидка символизирует структуру тела. Голова, горлышко, грудь, талия, бедра. И само название тренинга говорит о том, что мы будем улыбаться не только лицом, как такой маленький смайлик, а будем улыбаться наполненно, всей силой жизни, всем нашим телом. Для чего это нужно? Это позволяет вам легко справиться со сложностями, которые возникают в обычной жизни, восстанавливать свою энергию, улучшать отношения с близкими, повышать работоспособность. Это замечательные возможности прямо здесь, в условиях большого города, наполниться большой природной энергией. Сегодня мы выполним упражнение «Голос из пупка». Откуда у нас берется голос? Обычно он берется из гортани и звучит с определенной энергией. Например, наша Таня громко плачет, уронила в речку мячик. Но что будет, если мы опустим энергию вниз и заговорим из пупка? Для этого надо сделать следующее. Мысленно опустить взор в область пупка, подтянуть энергию из земли, расширить горло и заговорить из пупка. Что мы услышим? Наша Таня громко плачет, уронила в речку мячик. Согласитесь, звучание другое. Поисследуйте свой голос. Попробуйте поговорить из любых точек тела, из грудины, из пупа, пониже, повыше. Находите самые интересные для вас звучания. И с медицинской, и с эстетической. И оно шуточное, и очень-очень приятное. Оно добавляет много энергии. Итак, когда вы говорите с любимыми, говорите с ними из пупка. Мы с вами сделали упражнение «Голос из пупка». Как можно чаще обращайтесь к нему, улыбайтесь всем телом, получайте удовольствие. До свидания.